Ничего не бойся. Тут такой воздух, что никогда пахнет. Приветствуй, добрый господин. Можешь меня подстричь? Может, сыграем партию в гвинт? Пришла на смену чести, а мудрость лишилась благородства. Щедрость превратилась в скупость, а храбрецы стали трусами. Да и пусть не утратили сострадание, значит, и у богов нет к нам больше сочувствия. Любовь и вино. Здравствуйте. Чего изволите?
Будь любезна, покажи, что у тебя есть. Есть желание сыграть в гвинт? Милостивая княгиня, солнышко наше ясное. Даже у такого сказочного княжества, как Тулсен. Есть свои мрачные. Любовь сыграть. Моя, клянусь, я выиграю турнир с твоим именем. Уважаемый!
А? В чем дело? Покажи чем-то. Ты это, в гвинт сыграть не хочешь? Только у меня! При покупке панциря помощь в оформлении кредита у Чанфанель! И все только пить давай, есть давай. Добро пожаловать в мое скромное заведение. Откуда вы идете? Я уже так долго в пути, что я не знаю, что ответить. Скажем, просто с севера. Правда, люди говорят, будто после войны там развалины одни остались. Преувеличивают, но не сильно. Простите, что спрашиваю. У меня родня в Эйдирне. Вот мне и интересно. Ну ладно, скажите, что я могу для вас сделать. Покажи, что продаешь. Ты говоришь, у тебя родня в Эйдирне? А где? Можно узнать?
В Венгерберге. Может, бывали там? Да, и не раз. Это родной город одной моей... подруги, скажем так. Хороший и красивый город. И, насколько я знаю, он не слишком пострадал при вторжении. Ох, рада слышать. У меня прям на сердце полегчало. Как насчет гвинта? Не хочешь сыграть? Thank you.
Дни проходят, а работа не удается. Все в порядке! Пригласили какого-то убийцу с севера, чтобы разобраться с бестией. А что, у нас своих смельчаков не хватает? Да их пусть с ним совсем! Славный ведьмак с севера. Ну, я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку. Но у нас, как назло, раки кончились. Так замени их рыбой какой-нибудь, хоть бы и окунями. Заменить раков рыбой? Помилуйте. А дальше что? Уксус вместо вина? Петрушка вместо тимьяна? Вы, северяне, хороший народ, только в еде ни шиша не смыслите. Покажи свои товары. Не слыхал ничего интересного? О чем рыбаки говорят? Об одном нордлинге, который раков от окуней не отличает. Давай-ка по делу. Да еще и в чужие дела лезет. Я разговоры клиентов не подслушиваю. И уж точно того, что слышу, повторять не стану. Раз рыбацкой похлебки мне поесть не судьба, давай хоть в гвинт сыграем. Thank you.
Быстрее. Пошла. Придержи. У меня уже жопа вспотела. Крапива, хвощ, сама природа. Добро пожаловать, путник. Желаете травок? Зверобоя от боли в животе или... От боли в животе я бы взял кору ивы или корень ириса. Зверобой вызывает головокружение. Ну, извините. По виду никогда бы вас за травника не приняла. Внешность обманчива. И в любом случае мне нужны не обычные растения, а редкие ингредиенты. Сможешь мне помочь? Или мне еще кого поискать? Смотри сам. Ладно, покажешь, что у тебя есть. Не хотел обижать. Я и не обижаюсь. Это мне надо извиняться, что судила по внешности. А скажите, откуда у вас такие познания? От какого-нибудь соседского травника? Нет, из далеких краев. Из Каэр-Морхена. Это северный Каэдвен. Боги, это ж на другом краю света. Что же вас в Тусент занесло? То же, что и всегда. Я убиваю чудовищ. Не желаешь сыграть со мной в гвинт? Мята, крапива, хвощ. Сама природа.
Вино слаще шоколад. Только грызть его не надо. Зараза! Но! Теперь помедленнее. Лотва не так быстро. Работать надо, пока еще видно. Здравствуйте, сударь. Что вам угодно? А, я бы вина выпил. А какое вам? Красное, белое, розовое? Сухое, полусухое, сладкое? А пилосьон какой? Я еще подумаю. Покажи, что ты продаешь. Расскажешь мне что-нибудь об этих местах? А что тут рассказывать? Разве что властитель этих земель, месье де Бурбё, самый напыщенный фигляр в Туссенте. Правда? Спасибо. Буду иметь в виду. Может, сыграем партию в гвинт? Славный Геральт из Ривии! И снова при... Может... Здорово! И снова... Может...
Уважаемый, ты смотри. Я поставщик двора, ее ключи. Хватайте, берите, не проходите. За скандал накажут плеткой. Есть закон про это четкий. Я ни разу за морем не был. Что-то у меня в голове шумит. Приветствую на турнире. Могу я взглянуть на вашу колоду? Да, конечно. Впечатляющая коллекция. Граф Мунье ожидает вас. Прошу. Благодарю. Приветствую. Рад новой встрече. Ну и как тебе масть Скеллиге? Отличные карты. С удовольствием ими сыграю. Очень рад это слышать. Расскажи побольше о правилах турнира. Есть что-то особенное? Пожалуй, сперва я представлю участников. Это лучшие игроки со всего света. Хамаль Альденбали, афирский купец. Эрик Ван Врок, вельможа из Новиграда. И, наконец, представитель Скеллиге. Представитель? Представительница? Ослеп, что ли? Разумеется, я не хотел никого обидеть. Это Агнета Скьольд, женщина очаровательного островного темперамента. Теперь, что касается правил. Каждый играет одной мастью, которую нельзя менять до конца турнира. Проиграешь матч – вылетаешь. Лучший из вас встретится с победителем предыдущего турнира, его превосходительством, посланником Нильфгаардской империи, господином фон Хинном. А победителя этого поединка в финале буду ожидать я, собственной персоной. Руки прочь от гвинта! Нет новым мастям! Снаружи собрались какие-то недовольные, и их немало. Руки прочь от гвинта! Не хотим новых мастей! Манье, ты шарлатан! Руки прочь от краснолюдской игры! Не всем по душе перемены. Традиционалисты против того, чтобы вводить Скеллиге в набор канонических мастей, но не будем забивать этим головы. Можно узнать, у кого из игроков какая колода? Это вовсе не секрет. Эрик Ван Врок сыграет колодой Королевства Севера. Его превосходительство, как истинный патриот, возьмет колоду Нильфгаарда. Хамаль Альденбали сыграет колодой Чудовищ, а Агнетта Скьольд выбрала Скаятаэли. Я буду играть против финалиста колодой Скеллиге и решительно намерен доказать ее достоинство. Если все не против, можем начинать. Приглашаю всех на террасу. Вскоре Герольд объявит начало турнира. Объявляю турнир открытым!
В первом туре Агнета Скьёльд сыграет против Эрика Ван Врога, а Геральт из Ривии против Хамаля Альденбали. Прошу к столу. Не желаешь ли поднять ставку? Что ты имеешь в виду? Я собираю оружие, и меня очень заинтересовал твой серебряный меч. Если я выиграю, я заберу его, а если проиграю, отдам тебе свой. Столь же ценно. Будь по-твоему. Начнем.
Благодарю за игру. А я поздравляю с победой. Не знаю, что меня заставило играть с тобой на меч. Видно, наш бог не хранит. Прошу, пусть он тебе вернется. Я не проиграл бы, если бы ты играла по правилам. Там, откуда я родом, такие оскорбления даром не проходят. Еще раз скажешь, что я жульничаю, я тебе язык отрежу. Довольно. Без рук. Гвинт, господа. Спорт благородных людей. Мы требуем от участников турнира безупречных манер. И не потерпим никаких скандалов. Посему, по решению графа Монье, соперники из Новиграда и Соскеллиге дисквалифицированы. Я не соперник, а соперница. И мне нет дела до турнира, где любой проходимец может обвинить меня в обмане. В первом туре Агнета Скьёльд и Эрик Ван Врог были дисквалифицированы. А Геральт из Ривии победил Хамаля, Альденбали и Зафира. В полуфинале Геральт померится силами с обладателем титула, его превосходительством Фон Хином. Большая честь для меня. Thank you.
Похоже, тебе не повезло. Ерунда, ты просто лучше играешь. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Похоже, тебе не. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Thank you.
играть с тобой. Большое удовольствие. Удовольствие было взаимным, поверь. Поздравляю, ведьмак. Хватит позорить, Квинт!